Минули столетия, но наш орден продолжает нести свою священную миссию — поддерживать равновесие между человеком и полукровками. Так постановил наш основатель, король Артур. Пусть его имя будут помнить вечно. Это правда? Лорд-канцлер сражался вместе с Артуром? Так гласит легенда. Сегодня над этим хрупким равновесием нависла новая страшная угроза. Восстание. Покуда эта кампания анархии и террора остается безнаказанной, чума ликантропии, поразившая наш город, с каждым днем набирает силу. Лорд-канцлер согласился, что нужно срочно направить рыцарей в Уайт-Чепл. Уайт-Чепл — это забота полиции. Когда благородному Артуру пришла пора бросить вызов римскому императору Луцию, он не тяготился вопросами юрисдикции. Не вам читать мне лекции по истории, сэр Персиваль. Я повидал столько, сколько вам и не снилось. Напомню собравшимся, что угроза ордену исходит не только извне, но и изнутри. Мы должны сохранять бдительность. Иначе в наши ряды внесут разлад те, кто чтится уничтожить все, что нам дорого. Тлетворное влияние повстанцев грозит любому. Надеюсь, лорд-канцлер не ставит под сомнение преданность сэра Персиваля. Наш орден всегда внимал советам сэра Персиваля. Но в нынешней ситуации надо действовать с осторожностью, а не грубостью и нахрапом. Сэр Персиваль прав, лорд-канцлер. Ситуация с Уайт-Чепелом может потребовать вмешательства. Говорит ли лорд Дарвин от лица всех остальных? Лорд Гастингс, лорд Данглас? Разумеется, лорд-канцлер. Этот вопрос лучше рассмотреть совету. Ну что ж... Что решил Орден Рыцарей и Ее Величество относительно Уайт-Чепела? За или против? Против! Итак, против. Заседание окончено. Орден стал слишком осторожен. Пассивность для нас губительна. Оставьте, Себастьян. Надо действовать. Сэр Персиваль так взволнован. Вам ли не знать, раз он принял решение, ему лучше не перечить. Что вы скажете? Персиваль твердо решил продолжать расследование. Вы слышали, лорда канцлера. Совет не даст разрешения. Брата рыцаря есть привычка. По-моему, вы забываетесь, леди Икраина. Как вы смеете перечить совету? Да, лорд-канцлер. И вы полагаете, что этих улик достаточно? Былые времена нам хватало и меньше. Этот вопрос уладит сэр Галахад. У меня есть неотложное дело. Как угодно. Сколько же человек отправится в Америку? О, лорд Барретт, лорд Дарвин и я. Я слышал много лестного об Агамемноне, лорд Гастингс. А, лучшее судно объединенной индийской компании. Гарантирую вам комфортное и быстрое путешествие через Атлантику. А вы не хотели бы посмотреть, сэр Лукан? Я сочту за честь проводить вас в ваше первое плавание. Сэр Лукан, можно вас? С вашего позволения. Конечно, сэр Персиваль. Алистер, вы, как и я, прекрасно понимаете, что Уайт-Чепел – ключ ко всему восстанию. Мое мнение не важно, совет вынес решение. Мало кто готов идти наперекор вашему отцу. Нужно ли напоминать вам, что мы все выполняем волю лорда-канцлера? Вы рыцарь-командор! Вразумите его. Вы называете разумной вылазку в оплот повстанцев? Я готов пойти на этот риск. И вы готовы принять на себя всю ответственность в случае непредвиденного поворота событий? За все последствия отвечать буду только я.
Вход в Уайтчепел вам заказан. Это если официально. Благодарю, сэр Лукан. Благодарность мне ни к чему. Нужны результаты. Как вам будет угодно. Ну? Он дал добро. Восхитительно. И когда? Вы же не про Уайтчепл? Ну, отец... Ваш брат разрешил нам провести разведку. Добудьте необходимые материалы. Изабель, за мной. Просветите меня насчет лорда-канцлера. В чем дело, маркиз? Сэр Лукан и леди Игрейна его приемные дети? Так и есть. Зачем он их тянул во все это? Возможно, он хотел вернуть себе подобие утраченной человечности. Решение о вступлении в Орден они принимали сами. Все равно, я бы не обрек на такое своих детей. Маркиз, надо спешить. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur. Мэлори склонен действовать на свой страх и риск. Он самый достойный человек. Надеюсь, вам удастся его хоть немного отрезвить. Мы с Себастьяном давно вместе. Я доверю ему свою жизнь. Полагаю, осторожность нам не помешает. Ха. Приглядите за моей сестрой. Ладно. Если Изабель что-то решила, никто ее не остановит. Воистину. С ней не совладаешь. Желаю удачи. Всегда к вашим услугам, сэр Галахад. Сюда, прошу. А, Тесла, вы мне и нужны. Что нового можете показать? Кое-что весьма интригующее, я бы сказал. По поводу Гроссвенор-сквер что-то прояснилось? Полиция ищет виновных. Ищет, ищет. Ликаны на пороге объединенной индийской компании. Как вам? Мейфер не тот, что прежде. Простите, у меня эксперимент. Я отойду ненадолго. Можете пока осмотреться. Берите все, что приглянется. Но будьте осторожны. Ну и древность. Неужто мы когда-то такими пользовались? Хватит. Еще разок с той же отметки. Теперь полоборота.
это ничего не делает. Никола, а как там поживает ваш приятель Эдисон? Мы с Томасом, знаете, не общаемся. Он просто идиот! Сэр Галахад. Сюда, прошу. Есть для вас кое-что интересное. Мое новое устройство превращает неэффективный постоянный ток Эдисона в превосходный переменный. Так можно перегружать и выводить из строя электрические системы. На самом деле ничего сложного. Просто вакуумный выпрямитель и несколько медных зажимов. А, и изящный футляр в подарок. В каждой трубке несколько шариков ртути. Их надо выстроить в ряд, и устройство можно использовать. Попробуйте. Гений, Никола. Мне любопытно ваше мнение о моей новейшей штучке. Вот. Снайперский карабин SX-84. Впечатляет. Вы знаете толк в вооружении. Посмотрите, вот тут телескопический прицел для стрельбы по дальним мишеням. Почту за честь, если возьметесь его испытать. С радостью. Нажимается с усилием. Не перестаю удивляться вашему мастерству. Хороший баланс. Гарвата идет. Поэтому может потребоваться калибровка. Хорошо бы еще стрелял потише. Сейчас же этим займусь. Не желаете осмотреть мои прочие детища? Предложение заманчивое, но мне пора возвращаться. Разумеется. Монокуляр, который заказывал генерал Лафайет, вон там, на столе. Я ему передам. Разобьемся на пары. Изабель, вы с Лафайетом заходите на Хай-стрит с юга. Мы с Галахадом с севера. Французы, приставьте к Галахаду.
Вам нечего опасаться, сударыня. Даю слово чести, что проявлю себя подлинным рыцарем. Я бы предпочла, чтобы меня опекал кто-нибудь более опытный. Разве вы нуждаетесь в опеке? Хорошо. Пойдете с Галахадом. Но я не теряю надежды продемонстрировать вам свой талант. В другой раз. Помните, мы на территории повстанцев. Они придут в ярость, когда узнают, что мы вторглись в Уайтчепл. Исходя из того, что мы узнали в Мэфере, наша цель — лондонский госпиталь. Странно, что ликаны решили укрыться здесь. Вы не находите, месье? Вы думаете, что повстанцы сотрудничают с полукровками? Лорд-канцлер в этом убежден. Я сомневаюсь. Никому не доверяете, мол, генераль? Нельзя ничего принимать на веру. Этому девизу уже много веков. Будьте бдительны, помните, враг может быть где угодно. Кельжуа. Гнездо воров, осведомителей и распутников. Когда-то все было иначе. Вон там стояла одинокая часовня, готовая приютить любого странника. Это было еще до меня. Когда и стен вокруг города не было. А теперь Уайтчепл можно найти по запаху. Все теперь не так, как прежде, Себастьян. Да. И орден изменился. Встречаемся у госпиталя. Будьте начеку. Вас понял. Сюда, месье. Привет, мальчики. Лафайет. Эй! Давай, выбей из него дерьмо! Еще хочешь? Крови-то с него натекло, прям как со свиньи! Плохо дело. Ему кранты. Странное место. Когда закон не может вступиться за людей, люди сами должны защищать себя. Они говорят, мы стали жить лучше. Они говорят, Англия – кузница прогресса. И что этот прогресс вам принес? Вы живете в трущобах, едва сводя концы с концами. С утра до ночи на заводах. Вы горбатитесь за гроши, и вам еще говорят, что вы должны радоваться этим жалким крохам. Нас заметили. Ваши дети уходим. Чахнут в аду душных угольных шахт, в то время как толстосумы жрут из серебряных блюд. Такая нужна нам Англия? Нет! Что мы будем делать? Отвечай! Верно. Что с ней было? Я не знаю, клянусь. Ворот. Наступайте в наши ряды!
Я же не едва разберусь. Долой, король! Она погибла из-за тебя! Решили не марать холёные руки? Не бойтесь, вам ничто не угрожает. Откуда мне было знать, что это потрошитель? Он был такой же, как все. И что, новая жертва? Я не знала. Оставьте её, месье. Я не знала. Спокойно. Не бойтесь. Надо пройти в эту дверь. Эй! В заведении с оружием вход воспрещен. Хотите остаться? Сдайте пушку. Конечно, месье. По правде говоря, мы просто гардероб искали. Давайте. И развлекайтесь. Не волнуйтесь. Полагаю, небольшая разведка в такой ситуации необходима. Заглянешь ко мне? В другой раз. Да, мы хорошо. А я бы тебе показала кое-что особенное. Не сомневаюсь. Ты хитрюга. Маркиз, ну вы нашли время. Плевать на тебя. Подумаешь, крить. Надо выбираться. И быстро. У меня есть то, что надо. Если одна из дам сможет заглянуть ко мне в карман. Давай сюда. Достаточно, месье? Более чем достаточно. Тогда, может быть, пойдем в номера? Ты готов, дружок? Тебе понравится, обещаю. Сюда, милый. Сюда. Эй! Эй! Что вам надо? Вы ошиблись комнатой. Где этот лягушатник? Он вон там. Он с другом. Эй! Иди отсюда! О, привет! Did Miss excuse, madame?
посторонние. Берите оружие, вперед! Лафайет. Мы разворошили гнездо. Стойте на страже, маркиз. Я должен проникнуть туда. Наоборот, ну, два коротких рыцаря, один длинный легавый. Мятежник убит! Чисто! Быть может, крыша не лучшая идея, месье? Да, вы правы. Поищем другой путь в больницу. Я нашел выход. Слишком легко. Сдается мне, нам тут не рады. Будьте бдительны. Лучше не привлекать лишнее внимание. Посмотрите. Бог не хранил королеву. Марш!